Всем привет, ребята, вы на канале Санишка Играем Вместе, а сегодня мы играем в Feather Family. Всем привет, друзья, и с вами мама Санишки, и сегодня мы вам расскажем про птичку пеликана. Нам написали наши подписчики, чтобы мы написали про эту замечательную птичку, и сейчас посмотрим, что же она умеет. Да. Заходим, открываем пеликана. Такой вот он. Красивый такой пеликан. Прям как настоящий, натуральный. Такой. Натуралистичный. Такой вот. О, такой тут беленький. О, вот а тут... там он был серый. О, он, кстати, сзади похож на окорочок. Да? На курочку такую. Бройлер. В магазине. Да. Как бройлер. А, бегает смешно. Он так лапками трясет. Да. А, мне кажется, живые пеликаны не так смешно бегают. Нет, но ну он да. Все равно интересный такой. Вот. Пьет водичку. Да. Он такой, как белоснежный снежок. Спит. А, спит, вот да? Опять мы записываем, о, и ночь. Такая лапка. Да, почему-то ночь всегда преследует, когда мы начинаем записывать видео. Ага. Бежит, бежит, бежит. О, он глаз когда закрывает, даже не видно, да? Все как-то у него тельце с головой сливается. Не видно, где глазик. О, о, так интересно, так, о, он плавает, плавает. А, так гребет лапками. Так быстро плавает? Да. Ой, а так медленно. Вау. Добавили новую кнопку для удобства. Вау, ребят, обновили вот это вот морское царство. Вау. Тут не было такого. Ничего себе. О, красиво. Вау. Какие-то такие интересные подсветки там, да? Смотрите. О, такие пузырики. А, смотрите. Опа. Что это? Open. Это о, ракушка? Можно закрывать и открывать. О, ну-ка, давай-давай туда сядь и чик, если закрыться в ней. Сейчас, сейчас, сейчас. Интересно, потом хоть откроемся. Ой-ой-ой. А то она нас захлопнет. А, с головой сел. Закрыли. Открываем. Так красиво прям. Вау. О, день рассвет, видимо, там. Вот эти такие штуки интересные ещё светятся. Угу. Даже не знаю, что это, кораллы или так, водоросли. Так, здесь какая-нибудь пещерка? Какие-то существа. Нет, видимо. Там еще был какой-то корабль, я хочу посмотреть, есть ли он. О, рыбка. Ну, она давно была еще. Такие... Там еще был какой-то корабль потонувший, я помню это. Да, я тоже помню, был корабль. Может такой быть, его убрали, может быть и нет. Может быть, обновили просто. Это гребет лапками и смотрит, главное, с открытыми глазами гребет. Интересно, ему морская вода не попадает в глаза? Ну там вот глаза кристаллик такой. Да, красивый кристалл. Он может быть какой-то кстати, магический. Они, кстати, по всей карте вот такие вот. Да. Угу. Водоросли такие прям там пещерка. Интересные. Они, кстати, знаете, вот так интересно сделали пещерки под водой. О, пещерка большая-большая. И там тоже так прям интересно все. Там, наверное, морское дерево может быть. Может быть. О, что-то там такое красненькое. Так он, кстати, гребет, да? Быстро. Лапками. Да. Так перебирает смешно. Ну, он такой забавный. Так, тут сюда можно туда. Можно, кстати, вот так с другом или с подругой играть. Нырнуть в пещерку. Да. И вместе вот так вот веселее, да? Угу. Исследовать. Стоп, погодите, глубины. Я где-то помню такое. О-о-о. Так, там выход у нас получается. О, вот так вот. Она такая... А, вон там корабль. О, корабль, мы нашли корабль. Глубоководный. Вот, а что там? Вот смотрите, как о-о-о. Это море там. О. Кусочек моря. Корабль. Гребет, гребет. Смотрите, гребет. Там большая эта кость. О, может быть, это от какого-то динозавра. Да. Осталась кость. Вот, а корабль, помню, его обновили. Видимо. О, сундук какой-то. Подожди, а сундук открывается?
Да нет, наверное. Или... Хотя можно открыть его. Может быть, там какой-то клад? О, Опа! открывается. Стойте, там что-то есть. Может быть, там что-то. Это для слабонервных лучше не открывать. Ничего себе, скелет, череп. Черепок чей-то. Капец, лучше закрыть. Надеюсь, его клювом не Пираты. трогало. Пираты, видимо. Ничего себе. Здесь пираты были, Череп ну и потом какого-то они пирата. утонули. Ого. Вот Вау. это да. Смотрите, там есть другая рыбка, другого Ну, цвета. с черепом это неожиданно, конечно, было. Я Тут... прям испугалась. Ой, тут разные рыбки есть. А, А-а-а. нет, погоди, это не рыбка, это какая-то О. утка, блин. О, это утка, она тоже нырнула с Я со рыбой. своим зрением, блин, подумал, что это рыба, Да, я это тоже думала, утка. какая-то разноцветная рыбка. Еще какая-то одна пещерка. Вырастим. О, ты сейчас выросла О, вау. головой. Вау, какой он красивый. Блин, надо сейчас вылезти. Головой, видишь, как ты прям Как-то впилась. вылезти из этой воды. Так. Еще А тут одна интересно, какая-то. тупик. О, это что такое? Яйцо какое-то. Плавало чье-то яйцо. О, смотрите, смотрите. О. Смотри, кстати, вон пеликан вырос, и у него такие Пещерка. перышки. О, смотрите. Прям как-то они так это Пещерки. О, стали ой. более пышные. В О, что пещерке это? сундук. О, что это за коробочка? Сундук. Угу. Красненькое. Какое-то питание. Так, Что давайте это или не вернемся. питание? Что-то Что интересное там, что было. это, что это сейчас? Так, вот так вот она. Так бегает. О, какой-то еще О, это лепешка. интересный. О, Подписчик наш. да. Или лепешка, или лепешинка, лепесинка, лепесинка, да, лепесинка, наверное. Привет, лепесинка. Да, она такая, кстати, красивый у нее скин. А я еще думаю, что такая за Лагает. красивая птица. Это же наш подписчик. Привет, привет, подписчик. Привет. Привет, привет, привет. Привет. А вот рядом еще какая-то тоже интересная утка. Да. Или гусь, или утка. Вот можно пригласить лепесинку. Тут туда погрузиться, да? В море. Да. И Так, что вместе с ней здесь пройти по какой-то туннелям ивент, в пещере. Fossil Lab. Что это? О, Ивент. лепесинка может за тобой Find the code. перемещаться? Где лук? О, что это такое? О, она, видишь, за тобой переместилась. Что здесь? А, здесь какой-то код надо найти. О, подожди, а что это такое? Сейф. Вау! Так, за мной она говорит. Так, она сейчас покажет. Код. Может быть, какой-то код? Или куда она идет? Так. О, я вообще, кстати, вот это не Куда мы помню. идем? Ты помнишь это? Да, Я вообще помню. вот это не помню. Какие-то пещеры снежные. Вау. Что-то от лепесинки какие-то перышки Вот летят. код. 3182. 3182. О, ну-ка давай, ведем, пойдем. 3182. 3182, так. Так, где Идем 3182? водить. Главное, не забудь, Так, пока стоит. дойдем. 31. Так, стоит. 3182. 3, 3, 1, 1, 8, 8, 8, 2. 2. Так. Так, и... О, смотрите! О, это О, вообще... май гад! О, это что такое? Ну, нифига себе, разработчики сделали. Вау! Вау! И спасибо нашему подписчику Лепесинки. Да это лепешка. Не, лепешка? Ну, подожди, да, я Смотрите. правильно как его прочитаю, подожди. Ну, короче, А, лепесинка. прыгает, не могу прочитать. Смотрите. Это, Лепесинка. короче, смотрите, эти черепа птиц. Вот А, Додо. лепешенка. Арчипелаг. Лепешинка, не могу понять, как ник. Пусть она потом напишет нам в комментариях, как правильно произносится. Так, здесь...
Моа. О, какие Келенкен. Какие-то эти черепа. Рела Горнинс. О. Агхетавис. Слушай, ну нифига себе вот это вот что-то сделали. Неизвестно, 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 неизвестно. Мы так лишь неожиданно так нашли эту комнату. Харка Гойнис. Гасторнис. Гасторнис. Хеспер. Что это вообще такое? Что это? Хвосты какие-то. Что это, что это? А, это которые жили, точно, раньше. Конфокисорунис. Это останки, точно, древних птиц. Да. Вот, это они подписаны. Ну, кстати, это лаборатория. Это как музей, музей или лаборатория, да. Это лаборатория раньше, кстати, была, там не надо было кот, как бы. О, что такое за красивый жирный страус? О. Какой-то. О, книгу несет. Привет, брат. Ну, смотри, какие-то эти колбы. Так, смотри, зелененькое какое-то. Что это? Зелье. Что это? Зелька, какой-то инглиш, блин. Может, какая-то райт-зелька? Что это за фигня? Как мне ее брать? Ай, а вот лагает. Что-то. Да я вот нажала сейчас. Так, что это? Как это убрать? У меня нажимается флай. Короче, не могу это убрать. Можно тут что-нибудь помыть. Что это? Ну, это прям какая-то лаборатория. Может быть, они тут что проводят это? Какие-то эксперименты. Ну, да. Подозрительно там смотрите, кости торчат. Пингвин. Смотри, девочка-пингвин здесь. И мальчик-пингвин. И маленький пингвин. Да, это, наверное, их кости. Может быть, они... Это кто такой? Вау, шахтер. Пингвин. Подожди, может быть, это его фотка была, его семьи? Смотрите. Тут прям целый квест. Ничего какой-то. Себе. Прям... Ого. Ой, боже, он тебя молотком по голове дал. Надо ему под молоток не попадаться. Смотри, он может так отрубить тебе голову. Да, что это? А ты еще можешь вырасти? Или это все уже максимально ты выросла? А, что это? Ладно. Пеликан еще может вырасти? Так. Или это у него максимальный рост? Наверное. Ну ладно. О, так что это яйцо какое-то в инкубаторе. Ну это тоже какой-то. О, смотрите! О, ученый! Какой-то ученый пингвин. Вау. Пингвин. Я не знаю, как это переводится, я не англичан. Что-то делает. Да, что-то изучает, короче. Да, что-то делает. Интересное такое. Что это? Стабили. Ну так, да, это какая-то прям суперсекретная лаборатория. Электрический этот, да. Но раньше она была свободной, там не было никаких кодов. Не надо было ничего разгадывать. Просто входишь там в пещерку и все, и готово. Вот. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Всем пока!